Soul Enterprise Game представляет. Добрый день, дамы и господа. Я Скизиалистский Сука, приветствую на канале Soul Enterprise Game. И мы продолжаем. Сами знаете, что проходить. А продолжаем проходить Far Cry 3. Так, ну что, мы уничтожили. Уничтожили великого и могучего Васа. И теперь наша жопа, наверное, либо пригорит сильнее, либо мы немножечко расслабимся. Это мы узнаем совсем скоро, когда выйдем из храма Цитры. Погнали, чё? Узнаем, что нас ждет впереди. Что нам еще предстоит сделать. Да, у нас остался там некий Хойт. Вот его, походу, надо будет устранять следующим. Так что будет интересно. Приятного вам просмотра, дорогие друзья. Здорово, ребятишки. Как вы там? Блять, пока из этого храма выйдешь, это пиздец. Надо, блядь, похлебку с собой брать. Надо было, блядь, палатку. Легли бы тут, нахуй. Привал бы, сука, устроили. О, Черномаз, здорово. Джейсон! Уже уходишь? А ты думал, блядь? Денис, я... Ты не блевани, сука, на костюм. Ты все еще работаешь на Цитру? А ты думал? Хуй на. Нахуярился, блядь. Мы такие разные. Это точно. Ты и я. Когда-то мне пришлось побывать в шкуре иммигрантов в Штатах. Ага. Не блевани, сука. Работал механиком в гараже. И как оно? Все смеялись над моим акцентом. А хозяин платил мне меньше, чем остальным. Вот пидорас. Они хотели... О. Хорош, блядь, бухать заебал, разговаривай. У меня времени нету. Унизить меня, сына генерала Либерии! А, блядь, пидорасы, нахуй. Меня унизить. Но я-то знаю... Кто я такой? Цитра освободила меня. Она со мной. Хуй ты угадал, она уже со мной. Желаю удачи, Джейсон. От души. Твоей миссии. Да. Бутылка пустая. Еще одну, пожалуйста. Ты охуел, быстро, что ли? Тут официантов. У нищих, сука, слуг нету. И бля, ебашь. Или иди спать, нахуй, лучше. Древние врата, блядь, закрылись, нахуй. Поговорите с друзьями. Угу. Вот такая вот интересная миссия. Поговорить с друзьями. Так, давайте на карту взглянем и узнаем, где наши кореша. А, они же у этого, у докторишки сидят. Шашлыки там жарят, блядь, уху, нахуй, варят. Вот мы и так и доберемся до них. Чё нам бегать по пустыням, блять, по морям плавать? 3 часа мы, хопа, переместили через портал, и нормально. Походу сейчас надо будет серьезно какой-то разговор с друзьями будет, судя по всему. Это, блять, цыганка нахуй в уши нам залила, сука, и все переманила пацана, блять, повелся, блять, пиздец. Друзей нахуй кинул, блядь, братанов своих. И на бабу, блядь. Так, ладно. Ага, ага. Вот это надо срочно сделать. Вы уж извиняйте, но это надо сделать. Продать. Чего? А, блядь, у меня денег. Подожди, стой. Ох, надо же купить, ебаный урод. Сначала купить. Боеприпасики. Опа, всего лишь на 164. Маловато будет, ну ладно. Теперь можем... Вот. Теперь можем... Все, не пизди, ладно. Погнали. Хоть закупились, что-то продали. Уже хорошо. Так, надо запомнить. Где они там? Где-то здесь у них это... Усадьба эта ебаная, блядь. Вот.
ебанутейшая эта заставка, меня раздражает дико, блядь. Такая она долгая лично у меня, блядь. Ты в порядке? Охуенно. Ну да. Хорошо, лодка почти готова, и мы можем вернуться домой. Да хуй там. Я не поеду. Что? О чем это ты? Вот так вот, пацаны. Я нашел свое место. Оно здесь, на острове. Джейсон, ты серьезно? Серьезнее некуда, блядь. Шутки закончились. Лиза. Лизуня, я прости. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Джунгли зовут. В жизни я точно знаю, чего хочу. Я не упущу эту возможность. Ты совсем взрослый, я целую вечность этого ждала. А теперь ты уходишь. Прощай, Лиз. Извини, Лизуня, джунгли зовут, блядь. Лиза. Гиппопотамы. Пусти его. Джунгли зовут, гиппопотамы, блядь, кто там, медведи, косолапы, блядь, тигры, львы, тигры. Просто иди пизду, блядь. А ну-ка поспим. А, не пускает меня, ну ладно. Давай, братишка, опа, отбей-ка. Удачи на Уолл-стрит. Это все суета. Будь сильным. Ага. Давай, братишка, не грусти, все будет заебись. Так, ладно, я погнал. Хорош пиздец, слишком. Береги себя, ты в этом хорош. Это точно, блять. А ты не пизди, не подпёздывай. Я, извините, блядь, тут за лекарствами, сука, езжу, блядь, за грибами, нахуй, там, лазю, с акулами плаваю, блядь, а она еще въебывается. Выкинуть бы нахуй тебя отсюда, за борт, блядь. Блядь, зачем постоянно эта ебаная заставка? Конец-то. Тяжело. Хуже, чем я думал. Да, печально. Ну что? Ладно, к делу. Итак, агент Уиллис. Ага, с Уиллисом поговорить надо. Сейчас поговорим. Сейчас поговорим, дружочек, блядь. Погнали. Деревня Аманаки, нахуй. А, нет, или где он там? В Баттауне он проживает. Туда мы, походу, и отправляемся. Там его штаб. Пиздец, заставка эта ёбнущаяся просто. Каждый раз, блядь. Нельзя как-то побыстрее. Она отнимает, блядь, секунд 30 моего драгоценного времени, блядь. Не слышал о тебе. Думал, ты покинул остров? Не, я остаюсь. Я нет. Операция в России идет полным ходом. Я включен в состав ОТГ-141, лечу вечером. Хорошо поработали. Спасибо. Слушай, пока ты здесь, есть просьба. Помоги мне достать Хойта. Это невозможно. Проще грохнуть папу Римского. Впрочем, можешь попытаться. Когда-то у меня там был агент, и он еще жив. Вроде. Поможешь попасть туда? Я пролечу над островом Хойта по пути в Россию. Можешь прыгнуть? Координаты скину. Отлично. Буду там. Вылет через несколько минут. С тобой или без тебя. Ага. Полет на юг. 5 минут. Доберитесь до взлетной полосы. До взлетной полосы. Стартуем, блядь. Быстрее, нахуй. Наталья, морская пехота, блядь. Я сейчас сяду, а ты, сука, вылетишь отсюда. Полный вперед. Поддать газку. Газку. Так. А куда? Куда стартовать-то? Давайте на карте. На карте посмотрим. Чтобы я не заблудился. Так, где он находится? Нихуя там расстояние нормальное такое. Так, а... Через реку, ага, ага. Так, я явно не туда поехал, не туда. Разворачиваемся, срочно. Полный вперед. Поднять паруса, блядь.
Так, главное не заблудиться. Надо периодически смотреть на карту, блять. Иначе мы улетим в тартарары. Та-та. Форт Боярд, блять. Форт Боярд, блять. Сколько у нас ключей, блять? Паспорту. Свиньёй, так, блять, ебучий кричит. Не кричи, сука. Так, смотрим, смотрим. Блять, опять я не туда поехал. Да что ж такое? Чё ж я такой водила-то хуёвый? Из меня никакой, сука, этот... Как он называется-то? Путеводитель, блядь, из меня хуёвый. Постоянно путаю дорогу. Так, вот сюда, по-моему, да? Поросёнок, не свисти, блядь, всё нормально будет. Опа, мост, отлично. Кажется, верно направление едем. Так, а дальше? А дальше? Дальше куда, блядь? Ой, как сложно без карты. Как сложно без нормальной карты. Так, получается сюда. И там уже, в принципе, разберемся. Ладно. Стартуй, мамаша, блядь. Полный вперед. 3:30 осталось. Должны успеть. Должны успеть. А мы вот так попробуем сейчас срезать. У нас же, блядь, горный велосипед. На все способ... Ох, вот это полет. Полет аиста, блядь, нихуя себе. 3:10. Успеем добраться, блядь, до места назначения. Должны успеть. Вот забрался, блядь, сучонок. Далеко забрался. Можно не успеть. Это будет очень обидно и печально. Но мы должны... А, вот мы уже практически доехали, а еще 2:50. Контрольная точка достигнута. Отлично. Красавчик. Красавчик. Так, не лагать. Не лагать, сука. Не лагать. Давай, блядь, отвисай. Ну. Отвисай, пизда, ебаная. Хорош. Пиздец. Какие пираты? Ты что, ебанулся? Ой. Ой. А пушка-то есть другая? Бля. Сейчас поменять нужно. Ой, бля, 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 бля. Ой, 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 ой. Во, бля, во, бля, во, бля. История. История не из лучших. Хорош, четко вынес. Так. Ситуация напряженная. Очень напряженная. Блядь, нахуй. Ой. Добрый вечер. Ой, 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 ой. Ну-ка, завали его, завали. Все. Ух. Какой еще нахуй ветер, блядь. Так, лечиться, лечиться. Ой, ребята. А нахуй, дай мне обратно, обратно дай. Где моя пушка? Да не обыскивай, дебил его. А и пушку возьми. А, чё ты орёшь, блядь, чё ты орёшь? Придурочный. Ой. Ой. А, ой. Еблан, блядь, еблан. Тупорылый, сука, олень. Всё я это... Что-то я растерялся. Ой. Короче, вокруг пираты, и нам надо их сейчас устроить. Блять, опять все заново, еще с этим дебильным автоматом. Блять, че я оружие не поменял? Сейчас посмотрим, на что вы годитесь. Вы кто такие? Я вас не знал, идите нахуй. Хорош. Сдохнешь ты, собака. А. Ой, 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 блять, ебаная пизда. Опять я проебал. Не справляюсь.
Алама. Пираты окружают меня, выручай. Алама, хуяма, блять. Бесит меня уже это. Давай. Твоя только жопа, блять, которая сейчас подгорит. Давай, сделай что-нибудь. Ай, тихо, блять, урод. Тихо, сука. Тихо, спокойно. Ай. У меня есть пуля для вас. Жизни уже нету. Жизни нету. Не надо. А как же по-другому? Так, меняем оружие. Меняем оружие, срочно. Срочно. Ага, ага. Так. Так. Ну-ка, бери эту пушку, блядь, быстрее. Вот и все. Следующий, блядь. Похоже, им идет подмога, прикрой. Пытаюсь, дружочек. Хорош. Хорош. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята. Все. Все путем. Так. Где? Еще кто-нибудь будет? Ага, тихо. Держи краба. Хорош. Четко. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ой, ребята, тихо. Не надо мне крышку. Хорош, вообще четко вынес. 25 XP. Добрый вечер. Хуй в народе. Да убивай ты его, убивай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Блять, мудила. Мудила. Убить говнюка. Давай, иди сюда. Та-та-та-та. Ай, жирная мразь идет. Дай покажу, как дерутся мужики. Покажи. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, а у меня есть эти жизни? Сейчас посмотрим. Жизни, жизни. Срочно. Ничегошеньки нету. Нихуяшеньки нету. Мудила, блять. Не подготовился я к бою. Не подготовился. Как надо, не подготовился. Попробуй. Выкуси. Хорош. Так, что-то я хотел. Соображай голова. Что-то мне нужно было. А я не могу вспомнить, что. Что-то важное. Вот, сука! Хорош. Что мне нужно было? Ребята, я забыл совсем. Ой, машина! Машина! Ребята, не надо! Bad Light! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ребята, собираемся с духом, блядь. И мыслями. А, вспомнил навыки. Ох ты, нифига себе. Ой, как я его вынес четко. Как четко вынес. Быстрее, лечись. Очень долго лечится, очень долго. Сам ты, сука. Ой, не в того стреляю. Хорош. Ай, падла. Сейчас, подожди. Сейчас. Ага. Бля, еще целая армия их, слышь. Нечестно так. Он вон там. Сейчас, подожди. Сейчас нужно... Давайте навыки сделаем. Что-то с навыками... О, 5 штук. 5 штук у нас есть. На все про все. Давайте подумаем, что нам больше всего необходимо. Эксперт по физподготовке. Так, а это что? Значит, 3... Три заберет? Три штуки заберет? Или это третий уровень? Не вот это... Или... Так, ладно, что еще есть? Серийное убийство. Водитель-лавкач. Падальщик. Залог.
опытный лучник. Что такое себе все. Не особо. Контроль дыхания. Блять, по-моему, это уже все делал, блять. Не сохраняется, что ли, не могу понять. Эксперт по физподготовке. Мастер по физподготовке. Ага. Теперь мы мастера по физподготовке. Иха, иху-ху-ху. Сейчас. Что еще? Что-то важное. Контроль дыхания. Ладно, пусть будет. Может, что-то еще откроется. Стрелок, эквилибрист. Ладно, водитель, лавкач. Сейчас мне это, конечно, не особо нужно. Так, это что, падальщик? Вы можете быстро спрятать тело. Да это мне сейчас особо не надо. Ладно, залог. Все. Мне нужно было, конечно, чтобы он на ходу перезаряжался. Вот это было важно. Ой, какая музыка заиграла. Ой, какая музыка заиграла. Опасная. Ага. Так, так. Ой-ой-ой, поросенок этот, ебаный. Иди сюда, мужик. Иди сюда. Взрывай ее, блядь, хорош. Хорош, хорош. Тихо, спокойненько. Да не обыскивай его, мудак, а возьми, блядь, эту. Блядь, ебаный вылез мертв. Где, блядь? Как нахуй? Что, блядь? Вылез мертв. Вот ненавижу я такие миссии. Ненавижу в миссиях за кого-то и отвечать еще, блядь. Это вот отстойно, реально. Тут самому бы разобраться. Так еще и за него, как, блядь, должен мамочка присматривать. Непростая миссия, непростая, очень непростая. Та-та-та-та-та-та-та. Опа. Ага, собрали. Собрали. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тихо. Ага, ага. Блять, опять он мертв. Ну опять мертв, посмотри на этот. Опять он мертв. Стоять возле него тоже не вариант, потому что, блядь, меня будут обстреливать со всех сторон. Они оттуда, оттуда, и сзади, и спереди, и сбоку. Я не могу тут как Рэмбо, блядь, по всем стрелять. Плюс у меня вообще нету жизни, вообще ноль. Блять, как же я херово подготовился, очень плохо. Если я все-таки каким-то раком пройду эту миссию, блять, я все-таки пойду насобираю всякого интересного добра. Вау, 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 вау. Хорош. Возьми ты, возьми ее. Дебил, блять. Кидай. Блять, опять он мертв. Да что ж такое, опять мертв. Я не могу, не могу. Я занят тем, что убиваю врагов, а они убивают его. Очень слабый бот в виде агента Уиллиса, и, соответственно, мы постоянно проигрываем. Даже если я справляюсь, то этот придурочный не может справиться. Его постоянно валят. Он не такой крутой перец, как я. К сожалению. Где, бля? Где нахуй, блядь? И это все. Ой, нахуя я потратил?
пошел отсюда. Блять, опять его убили. Да посмотри на это. Посмотрите на это. Опять его убили. Что он такой мудак-то? Что он вот тупой, он реально бот тупой, блять. Он стоит. Стоит, блять, и стреляет. Ты, сука, спрячься за ящик там, куда-то за самолет. Самолет вообще нахуй залезь. Не знаю, куда-нибудь спрячься. Нет, он, блядь, стоит, как Рэмбо, сука, и стреляет по всем, как будто в него не должны попасть. Ну это же бред, блять. Бред. Ой, не знаю, ребята, блядь, если не справлюсь, пишите в комментариях, блядь, как мне тут справиться, потому что высший уровень сложности, блядь, тяжело совладать тут с этой игрой. Тяжело. Хорош. Ага. Да что ты такая, сука, ай. Опять этого и вылезся. Да что он такой, пизда-то тупая, господи. Я не могу, блядь. Он уже на меня начинает раздражать дико. Прям бесит уже. Максимально просто. Как, блядь, мне его... Стать возле него, блядь, что ли? И укрывать его, блядь, телом своим? Я не знаю, что мне делать-то. Я тоже, блядь, тут не высший бог, нахуй, чтобы, блядь, стоять и укрывать его, как малыша, блядь, ебучего. Я смертен, блядь, извините, нахуй, и у меня жизни, блядь, по нулям. Не знаю, что делать, не знаю, блядь. А-а-а, блядь. Как ты заебал меня, тупой, блядь. Вылез, ебанутый, блядь. Ну невозможно это, ребята, ну жесть какая-то. Стой возле него, не стой. Уходи, блядь, он все равно умирает, блядь. Как здесь можно справиться, если они не дают, блядь? Какую, блядь, тактику избрать? Ты какую не избери, блядь, он все равно будет подыхать, блядь, постоянно. Ебанутейшее, блядь, задание просто. На голову. Напишите там в комментариях, сколько вы проходили это ебанутое задание. Бери, блядь, пушку эту, ебаный в рот. И пушка эта ебанутая не может, блядь, это по разным сторонам. А-а-а, блядь. Вот у него максимум, у него обзора хватает вот на эту. Ай, пидорас. Пидорас. О, ой, здравствуй. Малыш, блядь, ты что здесь забыл? Ты поосторожней. О, дороги, пидорас. Зато я заметил. Блять, как он долго еще справляется. Как долго справляется. Боже мой, боже мой. Хорош. Это Броди, хуй народе. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. В расход, пидораса. В расход. Тихо, тихо, тихо. О-о-о! Хорош, хорош. А, где, 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 где? Сдохни, тварь, сдохни. Да ладно, контрольная точка достигнута, нереально просто. Я что сделал? Я божественен, блядь, просто, сука. Нереальный, блядь, просто мастер. Согласитесь, ставьте... Плюс, блядь, и лайк, нахуй, если вы охуели сейчас, как я справился. Джейсон! Да-да-да! Залезай! Ты летишь на этом в Россию? Ты что, сдурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты слышал, что они запретили жвачку в Сингапуре? Пиздец. Жвачка — это историческое прошлое Америки. Таким образом, они фактически объявили войну дяде Сэму. Спасибо. Ой, сумасшедшая, блядь, миссия. Залезай! Я сказал, залезай. Заводи свой драндулет, блядь, и полетели. Да.
кстати. Мой человек, Сэм, служит в армии Хойта. Если просвистишь звездно-полосатый флаг в Дерстоне в паре здоровый хрен, он поймет, что ты от меня. Я всю свою жизнь отдал управление. И мне не удалось избежать ошибок, но я всегда был патриотом. Молодец. Мы почти вылетели из джунглей. Полетели нахуй. Да, друзья, вот такая интереснейшая и сумасшедшая, просто сложнейшая миссия. Можете написать там в комментариях, сколько раз вы ее пробовали пройти. Может, она вам дала с первого раза, а может, и с десятого, как у меня. Попыток было сегодня много. Но все-таки я, как обычно, справился. Порой кажется, что все, никак ты не справишься с этой миссией. И в конце концов... What do you, Amanda, Bithard? Say it, Caterpillar, centrally. Explain yourself. I can't explain myself. I you see not, so I say, broadcast. I'm not myself. You sell. I don't see. Say it, I can't operar. Да храни вас, Господь. Периодически здесь какие-то вот эти молитвы вылетают. Не знаю, к чему они. Так, и чё? А, полет. Здравствуй, мама, блядь. Твоя остановка. Ага. Лети, Джейсон, лети. Как птица, блядь, сука. Ты уверен, что это сработает? Поверь мне, просто раскинь руки, это сработает. Точно? Ну смотри, удачи, за пиздобола сойдёшь? Красава, блядь! Я погнал нахуй! Нихуя, блядь! А что делать-то нахуй? Шифт ебать! Ковер-самолет! Нихуя, блядь! Море падаем! Раскрывай нахуй этот парашют! Ебать, урод! Ты что, охуел, блядь? Чисто по углу, на, блядь! Выплывай! Ну давай, ты чё, блядь, ты где? Застрял-то, сука. Чё в море, блядь, застрял, не могу понять. Выплывай, сука. Я ничего не понимаю. Задание провалено, вы приземлились слишком далеко от места высадки. Ебанутая миссия, блядь, что за дебилизм? Чё-то я тут неправильно сделал, ну ладно, сейчас посмотрим ещё повнимательней. Да он летел со скоростью, блядь, там, не знаю, света, блядь. Я еще должен был там сообразить. Чего, куда, блядь, где? Ладно, ничего. Мы не с такими заданиями справлялись, поэтому это так. Шляпа, мелочь, вообще. Так, смотрим. Ага, вижу, вижу. Тихо. Ковер, самолет. Вау! Ха-ха! Нихуя, блядь! Вот это движняк! Вот! Ладно! Охуенно просто! Парашютик раскрывай, малыш! Ой! Хорошо! Вот это я понимаю, блядь, мастер, сука, парашютного дела! Красавчик, блядь! Вот! Вот это все! Разобрались сразу же! Ха-ха! Было круто! Охуенно! Ты что? Убейте пиратов и, и заберите их машину! Ничего себе, сразу нам заданицы выдали! Управление парашютом. Ага. Тихо, тихо. Осматриваемся, осматриваемся. Камазик. Судя по всему, нам надо выкрасть вот этот камазик у этой стаи пиратов. Так. У меня есть одна интересная мысль. Возьмем-ка и ебанем вот по той клетке. Тигришка. Блять, спалили меня. Ой, там снайперов ебануться. Нихуя себе! Торпеда запускает! Подводная лодка! Ёб твою мать! Вот это жестко! Да заебал ты мне своим парашютом, отъебись! Костюм крыло, блядь! Блядь, тигра не получилось выпустить, да? Хуёвая крепкая клетка оказалась! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, сука, снайпер! Снайпер! Пидорасы, держите!
Ой, как четко! Ой, божественно, сука, просто. Пошел. Вали его, хорош, четко, спецназовец. Ты что? Не все связались. Ой-о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 й. Плохо дело, плохо. Плохо дело, маманя. Плохое дело, сука, мама. Пиздец, блядь. Не так все просто оказалось. Да потому что тигр, сука, должен был вылезти из этой клетки, когда я по ней стреляла. Не сработало. Ладно, сейчас будем придумывать что-то еще. Это если бы у меня снайперская винтовка, да, было бы тогда попроще. Сейчас, ребята, справимся, ничего страшного. Блять, опять, нахуя мне этот полет-то ебучий? Это же, блять, бред. У-ха-ха! Ой, тихо, парашют, крыло, блять. Ой, зря, ой, мудак, блять. Я забыл, что крыло-то, сука, надо. Вы... Нахер, блять, если я уже... Я уже приземлился, нахуй мне это опять, сука, вот... Идиотизм вот этих игр, блять, иногда меня поражает. Я уже, блядь, сука, приземлился на землю. Нахуй ты мне даешь, блядь, опять, сука, лететь с небес, блядь, на землю. Бараны. Полет быстро, сука, аист ебаный, блядь. Давай, лети, сука, навстречу приключениям. Да, блядь, вот это полет. Профессионал. Да охуительно просто. Ты что, ребятенок? Костюм крыло, костюм крыло. Бля, только не говори, что ты завис. Реально, что ли? Блять. А, фух. Блять, испугался, пиздец. Думал, зависло все нахуй. С этим крылом ебучим. Чё, блять? Ой, парашют раскрывай. Ой, красота. Что-то, блядь, игра мне нахуй выдает периодически. В дерево, на нахуй. По башке кокосом. Круто получить нахуй. Обезьяны, ебаные. Естественно, реально, блядь. А ты что думал, блядь? Все реально в этом мире, блядь. Заебал ты лагать. Что за хуйня-то, не могу, происходит. Пиздец какой-то. Так, думай, голова. Думай, думай, голова. Подберемся поближе. Давайте подберемся поближе. Бля, и минус в том, что... так бы я подзорвал машину, грузовик. Но его подзорвать нельзя, потому что нам его как раз-таки нужно и забрать. Но сейчас... Ой, блядь, извините. Мы сейчас подобрались поближе к клетке тигра. Значит, можно сейчас выстрелить и выпустить это звериное, блядь, чушье. Вот. Вот! Давай, тигренок! На. А чё, клетка за... Чё он не вылазит? Вылази, сука! Ой, мудила! Ой, мудила! Тигра! 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 Вылази! Помогай мне, сука! Пошел отсюда! Ой, гранаты не надо кидать свои! Вы что, охуели? Торпеда! К бою, блядь! Так, хорош, тигр! Тигр справляется! Ай, тигр, красава, блядь. Винни-Пуха на помощь пришел. Время пришло. В сказку, блядь, опять. Путь, сука, свой начать. Та-та-та-та. Тихо. Тигр, тигр, давай. Устрани, устрани. Ай, красава. Молодчина. Ой, молодчина, тигр. Так, ты только меня не трогай. Меня не надо. Меня не надо, тигра. Тигра, уебывай отсюда. Не рычи, блядь, а то в море, сука, тебя отправлю. Откуда пришел? Все, вали отсюда, хуй ты на лодку идешь. Ну вали отсюда, я то застрелю тебя, нахуй. Ой, лодочник ты ебаный. Иди от меня. Я сейчас тебя... Давайте-ка припугнем его, а то он охуевать начал. Ты что, в себя поверил? Тигра. Съебался отсюда. Ой, извини, суматранский тигр, ёб твою мать. Я же хотел тебе остаться... Оставить живых, дружок ты мой. Ой, ты что, ебанулся? Зачем мне эта штука? Она, конечно, интересная. Но... Ой, это что это?
Это у меня было? Нет, это у меня не было. Ой, какая-то интересная. Пушечка интересная. Ну ладно, давайте ее оставим. Потом зайдем в магазин и уже купим то, что нам нужно. Калаши и тут ящики с оружием. Так, нам что нужно? Что-то не пойму. Подожди. Ай. Давай, карту. Где? Что? Ближе. Давай, покажи, что нужно. Где мы? Так, вот, текущее задание. Подожди, грузовик-то не нужен был, что ли? Не могу понять. Что пишут? Найдите Сэма в баре «Здоровый хрен». Блять, если бы я знал, что грузовик этот нахуй не нужен, я бы его подзорвал, блять. Пиздец, блять. Ладно, полетели на этом грузовичке ебучем. Молочная ферма, блять. Молочник, сука, выдвигается. Навстречу приключениям. Ой, йогурт Данон, блять. Сука. Молочник приехал, блять. Давайте, полный, вперед. Трустатаун, блядь, ебать название. Тихо. Хорош. Молочник, блядь, умеет водить еще как. Так, направляемся в бар. Офигеть. Здоровый хрен существует. Действительно, блядь. Хули зука ржете, наркоманы. Так, бар, это что ли? Ага, точно. Ага. Здорово, лысый, блядь, пивка эй, налей. Эй, пиво? Да. Это же этот, блядь. И во все тяжкие, нахуй, ёпта. Наемника Сэма. Я знаю одного Сэма. Ну-ка. В задней комнате играют в покер. Ага. В основном это парни Хойта. Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебя туда пригласили. Ишь ты, блядь. Ну давай, спасибо. От души, дружочек. Куда заглатываешь, нахуй? Иди домой, блядь. Сидишь, уже, сука, сидеть не можешь, блядь. Так, ну-ка. А куда идти-то, блядь, чуть не пойму. В соседней комнате. Какой, блядь, комнате-то, ёб твою мать. А, во. Ты куда? Тебя не ебать не должно. Догадайся. Сыграть в покер. Если нет денег на ставку, не трать время зря. Хватит? Хорошо, ты в игре. Ой, спасибо, ёбаный в рот. Стоит, блядь, начальник хуев. В карты будем играть? Ну пиздец. Давайте поиграем. Опа, Чиполлино, блядь, танцует. Итальяно, нахуй. Вау, станцуем. Рэмбо, Ранго. Здорово, ребята. Ебанем в картёшке? Добро пожаловать в игру, салага. Слышь, блядь, ты не пизди. Садись. Щенки позорные, блядь. Бля, в картах я не силен. Так, shift подсказка. Джейсон Броди поставил большой блайнд. 4. Я бросаю. Ага. Кол. Так. Иха! Ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас, ладно. А, $15 поднимем. Так. Shift подсказка, что 100% высшая карта. Ага. Так, давай, ладно. Результаты. Играешь или нет? Да играю, отъебись. Что нужно сделать? Как сказать, что все, типа я... Да, блядь. Enter. Вижу. Поднимаю. Отвечаю. Я отвечу. Да не поднимать его, идиот, а, сука, как это называется? Результаты я хочу показать. Типа что, все. Давайте. Чек. Или это надо периодически? Чек, enter. Чек. Подниму. Отвечу. Иха! Стол. Так, поднять, опустить, рука.
Ай, что тут надо? Что надо? Результ... Shift, подсказка. Я вот честно нихуя не понимаю. Я вообще в картах, блядь, я нулевой, честно, блядь. Играй уже. Да отъебись ты. Кива, блядь. Отвечаю. Вот отвечаю, что в картах я ноль, блядь. Поэтому, честно. Поэтому не удивляйтесь, что я так туплю, блядь. В этом моменте. Ой, блядь, что надо, чтобы съебаться от вас? Не добавляю. Пропустил ход, пропустил ход. Карл пропустил ход. Чек. Банк $132. Заебали вас своим чеком. Что? Как? Ах, поднять. Давай, десяточку. Поднимаю. Отвечу. Кол. Его! Так, и чё? Есть. В самый раз. Выиграл, да? Так, я больше не хочу играть. Всем поставил большой блайнд. Блять, я не хочу играть! Заебали! Как съебаться-то от вас? Ага. Так. Катсцена. Отлично, отлично. Это он свистит по... Как он вам говорил. Мне надоело. Мне тоже. Я выхожу. Красавчик. Уже? Поддерживаю. Ты хочешь продолжить, Карл? Может, нам поднять ставки? Нет, нет, Сэм. Это я так. Вот ты не въебывайся. Не въебывайся. Гуд. Тебе говорят гуд, нахуй. Наконец-то, блядь. Думаю, с меня хватит. Ну и катись. А ты не пизди, понял? Сам разберусь, куда мне катиться или идти. В середине въебывайся, усатый. Так, начинается интересное движение. Так, а куда он пошел? Куда мне за ним? Сюда идти? Ага. Наверх, да? Во-во-во. На кого ты работаешь? Полегче, полегче. От Виллиса. Как он там? Я за него переживал. О нем ничего не было слышно все эти годы. Ну, он в порядке вроде. Лос! 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 Хуёс, блядь! Ты чё, по-русски говори, ничего не понимаю, блядь. И? Куда он пошел? Куда он съебался-то, блядь? Хи-ха! Готово! Три слепые мышки. Так, оборотень, найдите Сэма и спросите его о Хойте. Расспросим, конечно, но в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Хорош. Очко навыка заработали. Я вам желаю хороших выходных. Наслаждайтесь, блять, пока есть время. И я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.